Бэээ! Здорово, дамы и господа, с вами, как обычно, Sony, и это легендарный Need for Speed Underground 2. Ребяточки, я предлагаю сейчас аккуратненько так взять и заехать в какой-нибудь аутосалон, в котором будут какие-то клевые тачки. Можно, в принципе, сейчас махнуть в этот. В прошлый раз там нам написали, что новенькое поступление. Вася, гони срочно, бросай все и со всех копыт, на всей поршневой, давай фигачь. И смотри, что там за тачку дают. Может быть, ребяточки, случился тот день, и мы запилим что-то новенькое. Плюс у нас там есть внедопаркетники, которые тоже, в общем-то, немножко заждались. И новые гонки, которые тоже надо рожать. На самом деле, контента тут миллион. Это вам не пейбэк, который можно пройти за пару дней. Это Underground 2, и это круто. Но мне интересно, что за тачка будет. Я уже жду, когда начнут потихоньку появляться какие-то топы. Единственное, что жалко, что в Underground 2 ни хрена нет S2K. Вот это прям, вот прям вообще ниже пояса, как говорится. Но она вас задолбала, поэтому ладно, хрен с ним. Ладушки, ребятушки, заезжаем, короче, мы аккуратненько в этот самый магазин. Хотя мы не, даже не заезжаем, мы залетаем. Мне вот, смотри, что творит чертовка. Я уже начинаю вкатываться, руки впрямлять, так сказать, в эту всю движуху. И не попадать в поворот. Впрочем, ничего нового. Но, блин, Эво, это пушка, отвечаю. Давай смотреть, что там нового-то появилось. WRX, WRX, спросите, Impreza нам дали Эво. Слушайте, WRX это вообще пушка на самом-то деле, если так разобраться. И я ее хочу. Другой вопрос, что мы будем менять? У нас есть вот такой вот финик. У нас есть 3000 GT, который мне не очень хочется отдавать. У нас есть Хламер. У нас есть RX-7, которая Special for Drift, которая задолбала. Есть Эво, больше слотов нет. Я что-то думаю, что, наверное, G35 мы сейчас поменяем на Subaru. Это была классная тачка, она нормально свою отработала, пора ей уже на покой. А теперь немножко... А чё это нас мы на этом... Ладно. Пересаживаемся... Нет, заезжать не надо. Бау! Пересаживаемся с Evolution в не менее охерительный аппарат. С оппозитным сердцем внутри. То есть под капотом. Внутри. Чё? Блин, он даже в стоке восхитителен, как по мне. Субарь? Субарь — это пушка. Сейчас только нужно будет чуть-чуть Project Colchos запилить, и все будет вообще нормуль. Я хочу услышать этот звук мотора. Он восхитителен. Так, коль уж мы вон там премся, то можно начать с этого, с визуалочки, да, нам, по-моему, сюда. Долгое переключение передач, но ничего, ничего, скоро мы это дело порешаем. Вполне себе норм, стоковый агрегат. Так, ой, это тут гонка, что-то я немножко лоханулся. Мимо кассы, как говорится. Да, совсем мимо кассы. Где едем, пацаны? Да, ну вот у нас вот с последним магаз. Сейчас мы туда и это... Затусим. Ну-ка, в отсечку! Именно в отсечку нужно на Subaru трогаться с места. Бросать сцепу и чехпыт погнали, как говорится. Ох, эта тачка даст просраться. Я не знаю, как, не помню, насколько она хороша или не очень в андеграунде. Но стопудово тут можно будет всяких обвесов на нее поналепить. А когда появятся расширенные кузова, вот это будет разговор. Но я про расширенный кузов, конечно, на Эво больше поставил бы. Ну, вот такое. Здравствуйте. Так. Ну что, пацаны, Project Colchos начинается. На ручничке закатываем. Гоу-гоу. Чего нам тут дают? Так, бампера, спойлеры, капоты, фары. Нету сразу набора углерасширений кузова? Нет. Есть углепластиковые. Сразу ништяки, но честно, это такой дикий колхоз. Он дает звезд, но смотрится очень на любителя, скажем так. Давай с самого низа на самый верх. Так, ну, я надеюсь, что-то будет посимпатичнее на нашего красавца, потому что шот все. Господи ты, божечки ты мой. Очень уныленько выглядит, так скажем. Ну, дальше идет ниже типа рейтингом. Ну так себе, я вам скажу, бампера-шмампера, вот это вот просто среди всего говна выбери что-то наименее говнистое, пусть будет вот это, допустим. Ну ладно, это Project Colchos, знаете ли, вот, поэтому все нормуль, все сходится, можно и... Нет, нельзя. Тот бампер влепить, что вкорячить-то? Ну такое. Ёкарный бабайку, он низкий. Ну такое, ну... Ну я прям... В замешательстве практически. Ну вот так может быть, да. И баночку поставить какую-то. Даже из пониже вот это попизже будет. А, во, вот так вот вкорячим. Хоть как-то выкручиваемся, знаете ли, потому что, блин, все очень сложно с этим тюнинга. Это не тюнинг, а именно тюнинг. Вот. Самое подходящее
название всему этому безобразию. Так, что там еще? Ну, карбоновые элементы не очень тема, потому что у нас карбонова ни хера не будет. Ну вот это, да, может быть, под задок смотрится. Шторм. Вот так, кстати, вполне себе, наверное, да. Это типа под задний бампер, опять же, одна тема типа. Антикрылья. Которые до сих пор второго уровня, мать бы их. До сих пор не открылись. Ну ладно, мы будем проходить гонки, антикрылья появятся, это дело такое. В принципе, наверное, то же самое, что и на Эво. На Субаря можно поставить и особо не заморачиваться. Такая трехэтажная полка, скамейка. Вот это, кстати, ничего так. Субарю, кстати, подходит, наверное, плюс-минус. Да, дальше уже попроще. Давай вкорячим, наверное, так, чтобы была хоть какая-то разница между тачками. А капотище? Чего дают? Ну, кстати, нормуль. За косарь и так нормуль. Даже не знаю. А вот так пусть будет. Есть. А, теперь ковш обязательно наверх. Что-нибудь такое. Воздухозаборнички. Ну, я бы их вообще не ставил, но нам нужны звезды с небес, поэтому придется. Так, заколхоженные фары наши все. Ну вот, наверное, вот. Кстати, синяя тачка, золотые фары, золотые диски. Это будет классика Субаря. Мне кажется, что от нее не особо стоит отходить. Поэтому да, я говорю да. Так, стоковые фонари. Честно говоря, покруче, наверное, большинства всех не стоковых. Но может быть вот так. А может быть и вот так. А может быть и вот так даже. Или так, или так. По-моему, так поярче смотрится. Вкорячили. Вкорячили и забыли, как говорится. Так, кстати, округлые такие зеркала вполне. Ничего так, not bad. Хотя Subaru еще такая тема подходит. Типа более квадраченная. Да? Или такая тема. Такая тема. Так, это ж типа топ, да? Вкорячили. Есть такое, или слишком они ушастые какие-то. Короче, непонятно. Баночка. Нам нужна хорошая... О, хороший Вася баночка. Вот такой рокет. Вот, именно оно. Теперь каточки какие-нибудь подходящие. Между прочим, неплохо. Сток, в принципе, тоже ничего. О, я знаю, что Subaru реально пойдет. Вот реально. И то, что мне как раз нравится, это на тонких спицах катки. Сейчас я их только найду, аккуратненько. А вот оно, Racing Hut. Правда, честно говоря, я не скажу, что я прям в восторге с них. Так, 17-ки, 18-ки, 19-ки. 18-ки тут то, что доктор прописал, как говорится. Но, сейчас тачка присядет, чуть она будет выглядеть получше. Хотя тут есть и более, может, интересные катки. Даже не знаю. Но я знаю, что Subaru идут вообще такие спицы, но... Блин. Это немножко не те спицы, что... Нет, не надо сток, что я хотел бы. Ладно, короче, оставили как есть. Так, здесь все. Теперь немножко технической части, как говорится. Не, ну нормально смотрится. Сейчас она выехала, я так посмотрел со стороны. Уррр, блин, да уррр. Прям звучок такой. Ах, аж до мурашек пробивает. Так, ребятки, теперь в магазин с техническими ништяками. Он уже на обвесах должен чуть повеселее вести себя. Субарь. Блин, надо, чтобы почаще тачки открывали, чтобы у нас дальше побольше новинок мы ценить могли. Правда, слотов мало. Тут придется всегда чем-то жертвовать, кого-то сплавлять, чего-то оставлять. Блин, ну... Пушка, пушка, заезжаем. Сейчас, сейчас, ребят, ласточка полетит. Отвечаю, сейчас будет так жарить, что пипец. Итак, начинаем. Все подряд херачим, по всем уровням пройдемся. Так что все было по красоте. Есть такое дело. И третий комплект установили. Отлично. ЭБУ. Ну вот ЭБУ, да, тут кроме ЭБУ еще топливный фильтр, топливная рейка, регулятор давления топлива. Хотя это, казалось бы, блок управления двигателем. А вон, хотя тут все на свете устанавливают там. Хорошо, закорячили. Так, второго уровня поставили. Третий уровень поставили. И практически все устанавливается. Такие, трансмиссия понеслась. Следующий уровень. Сейчас характеристики тачки просто взлетят до небес. И потом этот Subaru будет, я так чувствую, пушка-машина. Так, а вот подвеска. Да, там тоже дохера чего, поэтому ставим все. Единственное, что не имеет смысла ставить по рейтингу, это шины. И азот, конечно же. Конечно же азот. Так, вот, азот сразу. Да, сухой, влажный, прямой впрыск записи азота. Вином, не-не, нам нос, пожалуйста, мы по классике жанра. И резину нам, пожалуйста, топовую. Да.
приобрести Тойо, Йокохама. Давай Тойо закорячим. Прекрасно. Гоночные шины. Слики, по идее. Так, от тормоза я, пожалуй, буду ставить все, потому что там много чего. Тормозные шланги. Тормозные диски с перфорацией. Композитные тормозные колодки. Ну, сейчас вот колодки мы заменим. Вот, куплено. И последние диски с перфорацией канавками. Шестипоршневые матик суппорты. Вот это прям тема. Никаких Брембо. Ненавижу Брембо. Мне вот так Брембо хватило, блин, в моем сарае. Так, они, конечно, тормозят, но... Они, конечно, тормозят, но визжат пипец. Так, пацаны, все. И, конечно же, по-моему, тут тоже сразу третий уровень, не знаю. А ну, так поржать. Но мне кажется, они будут взаимозаменять друг друга. Да, куплено, установлено. Короче, выброшенные деньги. Третий уровень. Фул нахрен тюнинг Субаря, чуваки. Это ли не прекрасно? Смотри, какая посадочка. Вот на такой посадочке, на этих каточках, эта машинка смотрится. А мы ее еще чуть-чуть развальчика добавим. И это будет пушка. Стопудовая регулировка. Мы еще успеем добраться. Пока что как есть в стоке. В стоковых настройках, в смысле. Сейчас тут и звучок появится. Сейчас. Я даже вот хочу... Так, ребят, нам надо в желтый магазин для начала заехать. Вот он здесь есть. А потом на покраску. Нет, нам надо сначала на покраску определиться с цветом. Хотя с цветом и так все ясно. Цвет будет... Алло. Цвет будет синий, всего скорее. Хотя, посмотри, может и нет. А потом будем с подсветкой играться и всем остальным. Не, ну тяга пипец, конечно. Реально пипец. Да? Одобряешь звук оппозитного монстра? И шестипоршневые, конечно, суппорта тоже работают, нихер делать. Блин, стреляет, прям стреляет, класс. Эва стреляла, но, блин, эти тачки, в принципе, по идеологии, наверное, разные, но они обе офигенные, ну реально офигенные. Так, аппликация, наклейки, оплатить. Нам, пожалуйста, покрасочку. Основной цвет, вот глянец нам вообще нет, мы говорим нет, а вот какой-нибудь лаковый цвет. Так, чего есть? Давай смотреть, чего ему вообще подходит. Вот такая тема, ну такое. 7 на 8. Синие цвета всегда, белые цвета идут очень Субарю. Вот в белом цвете, с золотыми катками, причем он такой, смотрите, жемчужный лак. Может быть и да, белый с синевой, тоже да. Даже не знаю, вот честно говоря, мне нравится такой оттенок, жемчужный... А, жемчужный лак, понятно, просто цвета отличаются. Так, тоже красивый цвет. Зеленый у нас Revolution, поэтому... Не канает, не, голубой, что-то надо такой более насыщенный синий. Но тут нет подходящего синего цвета, поэтому... Но есть клевые... Есть клевые вот эти вот жемчужные, вот этот вот. Вот эти два, ну, жемчужные. Короче, вы поняли оттенки. Хорошо, глянец, нахер, металлик. Ну, сильно классический, как мне смотрится, слишком оно, ну, простенько. Не, ну, симпатично. Без базара, конечно, но... Чуть-чуть это не то. По-моему, даже стоковый синий как-то. Не, пацаны. Это все, конечно, забысы, но... Со стороны бы посмотреть, я вот не знаю. Вот ее ж можно, да, покрутить, повертеть. Беленький такой цвет и вот такой. Не, ну синевой, по-моему, более как-то узнаваемо, что ли. И каточки покрасить. Что-то типа золотое. Выхлоп даже можно не трогать. И фары как раз будут в тему к золоту смотреться. Короче, всего скорее, что да. Конечно, яркие цвета нет. Но зеленый точно не идет этой машинке. Вот однозначно нет. Черный тоже как-то уныленько. Хотя, может, что-то в этом и есть. Черная машина слишком по-взрослому. Я бы сказал. Так, вот такой оттенок тоже, кстати, ничего. Да? О, он, кстати, более голубизной отдает. Как бы это ни звучало. Такая тема. Не, все-таки этот помягче. Пацаны, да, определился. Трудно оставить свой выбор, но... Однозначно именно так. Так, порошковое покрытие. Теперь нам надо что-то... Во! Во! Под фары. И тоже ненавязчивый золотой цвет. Вот он прям да. Я говорю да. Однозначно. Так, чего еще покрасить-то надо? Даже не знаю. Можно, в принципе, сделать золотым этот выхлоп. Ну, давай посмотрим. Так, поржать. О, не. Слишком навязчиво. Я бы сказал. Может, там помягче есть какие-то оттеночки. О! Не, как-то по-дебильному, реально, слишком уж. Вот так, что-то типа под кузовню и то.
Ладно, сделаем подкузовню, что-то типа того. Так. Во, пацаны, мы можем наконец-то движок покрасить. А вот движок... Он же у нас типа фул наколхоженный. 4 звезды, между прочим, уже. А это еще не вечер. Даже не знаю, движок. Можно опять же в желтый цвет. Подожди, что еще? Вон есть, может, желтые других оттенков. Помягче, не настолько ярко. Вот так, под фары как раз, под каточки. То, что доктор прописал. Суппорта, не, ну они вообще унылые. Суппорта. Желтые катки, нет, красные тогда суппорта. И до свидания, о, что-то типа того. Спиннеры, нет, диски, зеркала. Нафиг пусть будет под кузов, спойлер. Основной цвет, ну, да. Да, осталось совсем чуть-чуть. Вот сейчас она выехала. Я не так в восторге с цвета. Он вообще не так смотрится, ребят. Вот вообще не так смотрится. Да? Вот совсем не то. Пальто. Не то чтобы говно, но, блин, он там жемчужный смотрелся один типа цвета. Сейчас выехали совершенно другой. А ну мне интересно заехать еще разок. Да. И попробовать перекрасить люди ее. Люди собираются, чтобы твоя задача выделиться. Тихонечко. Для начала раскрась свою девочку поярче. Девочка, давай попробуем вот так. Вот, попробуем просто. И выхлоп. С ним тоже надо что-то сделать. Потому что тогда выхлоп все-таки так. А ну таким макаром. Почему она не переливается здесь, как в магазине? Она не белая, она тупо серая. Не, ну золотые катки, это мы попали. А вот цвет, ну не знаю. Мне он что-то, ну не так заходит. Блин. Вот тут прям теперь эпопея. Слушай, покрасить во что-то такое подобающее. Был еще один оттенок, а ну его попробуем. Выезжаем нахрен. Он все равно серый, только другой, по-другому серый. Типа темнее серый. Ну не знаю, ребят, серый субарь. В принципе, неплохо, но... какой-нибудь именно жемчуг, я не знаю, более такой яркий. Мне кажется, ему больше пошел бы. Что-то я не в восторге. Я буду долго, наверное, туда-сюда крутиться. Короче, чуваки, красил, я решил остановиться на обычном глянцевом белом цвете. Смотрите, как нарядно смотрится. Как по мне, это самый оптимальный вариант. Не колхоз. И потому что те все цвета, они плюс-минус прикольные. Но вот, блин, что-то в них было такое, что меня отталкивало. Мы едем в золотой магазин. Бау, понеслась. И, блин, как она быстро переключается, пипец. И попробуем что-то теперь с этой машинкой сделать. Только единственное, что выхлоп, может быть, стоит. Хотя серый вполне себе подходит. Осталось немножко добавить самых таких ультраколхозных ништяков. Музыка, шмузыка там, чтобы она дала нам миллион звезд. Единственное, что слишком он матовый, может быть, этот белый цвет. Но мат, это нормуль. Беленькая Субару на золотых таких себе дисочках. Прям, по-моему, по красоте, как по мне. И нехер вот этой вот гомосятиной заниматься, голубые цвета и прочая дичь. Нафиг. Хоть они были не настолько плохие, о, бабло. Но все же... более аккуратненько, скажем так, в беленьком цвете, более нарядненько смотрится. Отлично, залетаем. Гоу. Сейчас мы сможем закорячить золотую подсветку. Помни, фигачить. Надо, чтобы люди пялились на тебя. Сделай своей тачке боевую раскраску. Вруби колонки. Угу. Так, теперь надо правильный цвет. Белый. Максимально правильный цвет. Белый. А это красное. Вот так. Да. Так, подсветка днища двигателя. Золотая мигающая подсветка. Да, багажник. Сначала надо его чуть приколхозить. Ок. Так, подсветка днища. Конечно же, золотая. Да, пацаны, я говорю вам, да, тонировочка. Так, вот с тонировочкой черная, пожалуй, какая-нибудь. Так, вот эти вот перламутры всякие, хрень собачья. Может быть, золото, да, но, блин, темно-желтый, как бы, да, но... Как бы можно просто... Черный перламутр, да, фары. С желтым оттенком, желтые, да. Так, вот эта вот хрень просто даст нам типа рейтинга. Поэтому да, что-нибудь все равно у нас отключено. Пурпурный, синий, о, зеленый, золотистый. Да, да, гидравлика, фуловая. 6,2 звезды. Нормально поскакала машинка. Да, теперь максимум ништяков в багажник. И мест целых 6.
место один. Это что у нас? Это сбоку. А, сбоку, сбоку, сбоку. Надо усилки, наверное, корячить. Да? Так, Kenwood G, Alpine, Kicker. Давай Alpine фигачим. Прекрасно. Место 2. Тоже Alpine. Прекрасно. Место 3. Вот там внизу можно и баллончик аккуратненько с носом. О, что это? А, кроссовер. Типа музычка и все дела. Ладно, пусть будет. Alpine, кстати, написано, по-моему. Пусть будет кроссовер. Еще один. По кроссоверу на сап. То, что надо. То, что доктор прописал. Так, и теперь баночку нормальную такую. Квадратную. Или круглую. Не, круглую я попишу свою. Во, Кларион. Прекрасно. Ларион, НФС, Улвах, Ларион. 15 дюймов, мать твою. Две банки, вот это я понял, две бочки. Вот это я понимаю прям тема. Подсветочка багажника. Конечно же, золото. От это Субару, блин, не машина, а мечта. Я бы на такой гонял, нефиг делать. Так, спиннеры, нахрен. Двойные капоты, как бы они дают звезд. А у нас и так. А, у нас 7.8, о, двери. Ретро двери. А, ну-ка. Ретро. Во! Да. 8.4, мать их, звезды. Капот можно еще больше. Но до 9 звезд мы не дотягиваем, нифига. Углепластиковый, скотина. Ну, блин, он дает больше рейтинга. Ну, не... О, цвет. Слушай, неплохо выглядит. И дает, опять же, больше рейтинга. Да? Я поставлю, пожалуй. 8.6 звезд. Мы еще наклеек не нахерачим. Это тоже плюс звезды. Но, блин, я так чувствую, это будет все долго. Наверное, наклейки... Наверное, наклейки, ребят, будут не сегодня. Сегодня у нас чисто серия по тюнингу, блин. Смотри, какая тачка. Вот, вот. Я доволен, слушай. Можно было бы и сфоткаться по Шурику. Где там, что там вообще эти звезды? Звездатые пацаны. А, ее подстроить надо, вот что надо. Да, да, не, без настройки. Вообще не варик. Ладно, можем сейчас это сфоткаться. 2.50, поехал, я сфоткаюсь быстренько. Так, только куда переть? Переть недалеко. А, пацаны, из нее еще можно вытащить дополнительных конских сил. Настроить чуть подвесочку, сделать чуть развал. Нахер эту мышку. И будет прям по красоте. Не, ну нормуль, беленький Субарь. Прет, конечно, жесть. Конечно, можно было бы и побольше брыки, но мы с него вытащим еще. Сейчас подрегулируем, и все будет. Так, братиш, ты мне вообще тут не в тему нифига рисуешься. Не, она реально очень комфортно ведет себя даже вот на такой настройке, как есть. Но я прекрасно понимаю, что можно сейчас ЭБУ чуть это подрегулировать и сделать на верхах больше мощи. Посмотрим, что за мотор у нее оппозитный вообще. Блин, что ему будет веселее, на каких оборотах. И все это дело подстроим. Ладно, фоткаемся и погнали. Так, пацаны. Ракурс. Да ты шо, постановка кадра. Давай, вскрываем все. Капотик, что, только двери? О! Во, пацаны, вот. Во-во-во-во. А задние бы еще открыть, ну ладно. В принципе, так пойдет. Отлично. Street Cars Fest. Блять. Сохранить обложку. Есть такая тема. Так, чуваки. Настройка. По ускоренной программе. Да. Закатываемся на гоночный трек. Как обычно. О, блин, ну звучит он, конечно. Грубо и офигенно в то же время. Настрой свою машину сейчас, чтобы так, потом не облажаться на трассе. Конечно же, колечко. Трек. Давай, давай, колечко. И спринтец тоже. Итого, мы имеем 515 ньютон-метров, 330 киловатт при 7000. То есть максимально мощь, ну, верха, на верхах мощность, на средних оборотах у нас крутящий момент. В принципе, все сходится. Все нормально. Так, разгон до соточки 2.9. Неплохо, между прочим. И 7.3, 100 миль. Хорошо. Давай теперь это самое подрегулируем. Подвеска отвечает за поведение машины на неровности трассы, ну, и поворот. Блин, да она отлично рулится на самом деле. Единственное, что угол развала команда, поэтому настраивать их нужно все вместе. Сперва угол развала побольше. Так, стабилизатор. Стабилизатор. Может быть, задний чуть-чуть поменьше, помягче. Как-то так. А, так, или передний. Ладно, пофиг. Амортизаторы, пружины, подвески. Блин, даже не знаю, есть ли смысл. Можно клиренсы сделать пониже. Типа того. Причем спереди еще ниже, чем сзади.
как-то странно он показывает. Короче, вот так вот попробуем. Типа того, трансмиссия. Во. Гонки, поэтому сперва советую разобраться с разгоном и максимальной скоростью твоей деточки. Вся эта байда зависит от передаточного числа главной передачи. Впрочем, отдельные передачи тоже стоит подрегулировать. Делаем покороче передачи. У нас полный привод, нам надо, чтобы оно стреляло неплохо. Вот что-то типа того, я думаю. Так, сколько там главная передача? Ага, это типа показывает скорость 98 на 2. Шестая передача 304. Нам хватит. Нам реально хватит этого, стопудово говорю. Прикольно то, что появилась такая настройка, когда аэродинамика. Когда быстро гонишь, тебя будто вжимает в трассу. Это как все аэродинамика, да. Парень. Чем она круче, тем лучше сцепление с трассы и круче маневренность. Попробуй поколдовать с этим и посмотри на результат. Ладно, коль настаиваете, пусть будет выше аэродинамика. Так, шины. Сцепление с дорогой и тормозной путь зависит от покрышек и тормозов. Чем лучше резина, тем круче ты сможешь выпендриваться на трассе. Все тут нормально, во! Блок управления двигателем. Он тоже среднеоборотистый. Контролирует подачу воздуха и топлива в мотор. Настроишь его как следует, выжмешь из движка все 100% мощности, ясно? Да-да, понял, не дурак. Есть такое. Хорошо, турбонаддув. Турбонаддув нагнетает воздух в двигатель, резко повышая его мощность. Поставишь турбо. Делаем турбояму на низах. В разных оборотах и будешь рвать всех как тузик грелку. Так, ну, наверное, вот так вот сделаю. Да, чтобы он постепенно раздавался, потому что у нас есть момент на середине. На верхах момент теряется, там дальше мощность будет вступать в силу, и турбо будет раздуваться, и, в принципе, ну, нормально. Ну, короче, после 8000, вот ближе к 9, там уже, ну, такое. Блин, 9000 оборотов, пипец, для оппозитного двигателя прям жесть. Так, нитро закись. Нитро — это реальная вещь. Закись азота впрыскивается в двигатель, длительность, и пару на мощность. Секунд ты летишь. Или... А секунды решают все, парень. Ну, чет типа того, ребят. Все, чет типа того. Так, да, кстати, подожди, выбор режим замер. Давай. Что получилось? Короче, передача 350 киловатт, 532 ньютона метра. Нормально, нормально. Итого. Так, текущий. У нас повысился разгон, но только лишь 0-100 стал чуть-чуть дольше. В принципе, это тоже важно. Может, потому что... Я сделал, короче, передачи, и они поначалу играют на нас, потом против нас. Ну, это странно. Либо всего скорее то, что я ЭБУ подрегулировал и турбо, ну, опять же, странно. Короче, непонятно. Максималка у нас особо не поменялась. Ну, в общем-то, момент вырос, мощность тоже возросла. Причем максимальная мощность еще и на 8000 теперь оборотах. То есть теперь мы на 8000 прям нормально будем стрелять. Так, можно, я думаю, что это дело сохранить. Да, да, сохранить. И выбор режима, что там есть еще, конфигурация, сохранить. Кольцо, драг рейсинг, дрифтинг, спринт-икс. Можно еще на спринт-икс ее подстроить. Вот здесь реально замер. Здесь реально нужно делать максимально короткие передачи, так чтобы она реально всех уничтожала. Делать максимальный прижим, наверное. Да, стоковое значение, в общем-то, ок. Регулировка. Ладно, я это подрегулирую сейчас быстренько и поедем покатаемся. Вот такие получились характеристики. У нас, в общем-то, разгон увеличился и 0,60, и 0,100. Я сделал короткие передачи. Кстати, прижим, наверное, увеличил, поэтому у нас максималка 0,100, не максималка, а 0,100 стал больше. Ну, ладно, то такое, нюанс, как говорится. Ну, в принципе, как-то так. Вполне себе неплохо, как я считаю. Так, 350 киловатт тоже подкрутили нашу машинку. Все, сохраняем еще раз запись и понеслась, ребят. Так, Субарь, здесь рядом я видел, у нас есть 3X. Вот самое время, наверное... На него заехать. Очень быстро переключается. Плюс короткие передачи. Сейчас должны будут сыграть злую шутку с нашими соперниками. Ну, посмотрим, погнали. Ну что, пацаны? Дадим джазу, как говорится. Полный привод. Короткие передачи. Максимальная аэродинамика. Чтоб девочку не задавить. Прытка, прытка, прытка. Так. Братанчик. На биогеоте. Извини, братанчик, красавчик. Но мы тебя будем объезжать. Прет просто жесть. Подхват на передачах просто дикий. Управляется великолепно. Вот так вот, легенькая настройка и все. У пацанов уже шансов, я думаю. Они если есть, то минимальные. Великолепно рулится, я от них даже отъезжаю, я смотрю. При том, что я не вкатывался в этот типа кольцо.
очень хорошо рулится машина. Ой, даже я слишком рано поскинулся, ну ладно. Сейчас поприблизится. Вот правильная настройка передач, короткие, на такие мероприятия. Учитывая, что нету здесь азота нифига, поэтому именно так и надо настраивать машину. Причем она не тупит, просто прет. Как сумасшедшая. Тем не менее, там чувак на борту. О, он даже меня обошел. Ну, заблудился на Пежо. Блин. Я немножко ошибок понаделал, ну и вот-вот. Извини, Пыш. Воу-воу, полегче. Охренеть. Пиугео тоже дал просраться неплохо. Посмотри на время. Но Субарь вышел. Ставь лайк, если тебе тоже понравился. Пушка. Так, ребят, серия у нас по тюнингу такая получилась. В следующей серии мы уже обкатаем более плотно этого зверя. Может быть, откроются новые тачки попутно. И будем пилить новые тачки. Машина-зверь, отвечаю. На Street X на ней просто нагибать, нагибать, еще раз нагибать. На данный момент, в принципе, по этой настройке она гораздо лучше, чем Evolution, как мне кажется. Не знаю, посмотрим, как будет на кольце. Но, по-моему, если поставить один на один Evo и Subaru, то Subaru, конечно, его отоварит чуть-чуть. Как мне кажется. А там фиг знает. Было бы интересно, если была возможность их лицом к лицу сравнить. Вот это было бы действительно пушечно. Так сказать, две легенды своего времени. Ладно, ребяточки, ставь лайк, если понравилось. Подписывайся, если ждешь новой серии. Увидимся скоро. С вами был Сони. Пока, ребят.